Начинает игру приветствием «Вы не были на Таити», команда КВН «Классные пацаны». Неважно, где вы живете, на Таити или где-нибудь еще, если вам пришло письмо с Узбекистана, это значит, что скоро придет и посылка. После контейнер с вещами. Ну а потом и сами узбеки подтянутся! Джин-джин! Джин-джин! Стоп-стоп-стоп! Машина здесь ни при чем, это совсем другая песня! Таити, Таити! Нас и здесь неплохо включит! В этой народной таитянской песне говорится: мужики, жуйте женьшень, будет как тяньшань! Уважаемые сябры, предлагаем вам пройти психологический тест. Нарисуйте любое несуществующее животное и присылайте к нам в редакцию. Наш адрес: Республика Беларусь, город Минск, Монетный двор. Дамы и господа, а мы представляем новое узбекское ток-шоу под названием «И кто вообще волнует, что хочет женщина?» У нас в Узбекистане разводов нет, зато по статистике много несчастных случаев среди женщин. А наша женщина вчера с роддома шестерню принесла. Вау! Сразу шестерых! Да не шестерых, а железную такую, круглую, ну с зубчиками. Любимая женщина-механика Гаврилова. О! Последнее время выпускники средних школ все чаще и чаще задаются вопросом: куда поступать? Да не парьте себе мозги, отвечает военкомат. Ребята, а помните этот выпускной у пограничников? Этот волшебный бал. Да, так, стоп, 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 мужики, приготовились. Солдатская песня. У солдата выходной. Вы знаете, болгинская осень для кроликов особая пора. Дни становятся короче, а сделать еще нужно ой как много. А наши генетики скрестили корову с гиеной. Гадко хихикая, новый гибрид ходит вокруг сена. Ждет, когда сдохнет. А в Узбекистане в последнее время очень популярен нашумевший фильм «Планета обезьян» в кинотеатрах Dolby Surround. Абдулла! Давай, Абдулла! Тихо! Папа! Папа! Кто она? Девочка из юрты? Или порождение нефтяной скважины? Смотрите, Алсу в новом сериале. Ее звали иногда. А у всех известных актеров было трудное детство. Вот, к примеру, Памелу Андерсон. В детстве одноклассники дергали не за косички. Это моя рука. О, это ее рука. О, моя нога. Это ее нога. Ха, пиво, доктор Дизель? Да нет, смотрю на фотографию, мой ребенок или не мой. О, Ула, а это уже что? Второй подбородок? Нет, первый живот. Ула, Ула, а скажи, как у тебя с девушками? Да никак, меня дед учил. Не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Стоп,
Объявление. Негры-мазохисты познакомятся с симпатичными скинхедами в стиле культурно провести вечер. Наконец-таки дождались сокращения штатов белорусской милиции. Люди, будьте бдительны. Теперь они среди нас. Дамы и господа, а мы представляем вам человека, проглотившего пивную пробку Патра. Ха! Чё, Лёха? Жизнь уже не так хороша, да? Вот вы издеваетесь, да? Да. А у меня горе. Как увижу нормальную девчонку, сразу ноги отказывают. О. Лёша, ты что, господи? Да ладно, Лёха, чё ты? Бери пример с настоящих мужиков. А, Игорь, господи. Ой. Реклама. Удивлены свежестью вашего белья? Вот, а всего лишь постирали. Экстренное сообщение. В Белоруссии сентябрь-веросень переименован в Выборань. Именно в этот день президент обратился к народу. Добрый вечер в хату. Предлагаю новый гимн Беларуси. Ты прям как Париж. Увидеть тебя и умереть. Улугбек, ну не можем же мы тобой завершать визитку, ну. У нас в Узбекистане есть примета. Если узбек начал дело и не закончил его, то значит он устал.